Так. Килетайп. Ага, мышка хо-хо. Вот это питание основного модуля, к которому подключен. Консоль. Она тут несъемная, да? Что? Это несъемная. Наверное, подписать надо, что это консоль, да? Вот он два. А, тут подписано, что main. Угу. Так. Это, соответственно, плата extended. Вот, собственно, на них написано extended. Угу. И тут должно быть написано main. Вон, main. Так. Значит, это отлично. Теперь, где все остальное прелесть? Телетайп включили. Так, это жесткий диск. Выдергивал? А, нет, он здесь выдергивается, по-моему. А что, можно здесь? А, ну можно и здесь, да. Там ключ какой-то есть. Плата 3. А, ну вот этой надписью наверх. Ага. Надписью плата 3 наверх. Так, это диск. Потом с ним не важно. Так, теперь. Это плата соединителей. Это, соответственно, соединитель основной и дополнительный модуль. Это вы прям с платы вынимать нужно? Ага. Надо посчитать так. А это не важно, они корзина. Да. Ну, десятая вообще, вон там написано 10. Ага. Так, чего не понял. А это, собственно, параллельный порт, последовательный порт. Не порт, кидаем обратно. Вот он припаян. Он припаян, и он ни к чему не идет. Угу. Так, дальше. Что-то тут внутренние соединения какие-то были. Это диск. Диск кидаем туда же. Угу. Интерконнекшн к черту. А, нет, не к черту. Теперь к черту. Это тоже лучше вытащить. Да, это рем. Рем-модуль. Ага. Полезное, иногда мне не нужное. Так, вот, собственно, ничего осталось. А, это еще один интерконнекшн. Да, без этой платки стрим модуль фиг что сделаешь, если что. Так, вот лезть тонкий. На том, чем вернее написано. А что? А, там написано уже. Вот. Т12 вверх. Там ключ-то есть? Ага. Угу. Может и нет. Нет, он подписано, что и как. Вон. Стрелочка вверх есть. Пойдет фокус. Ну, попадай в фокус, кисненько. Ну, короче, вот поверьте, что у меня стрелочка вверх. А она от чего? От NML, что ли? Это, по-моему, перфоратор. Расчистыватель. Ну, не помню, надо смотреть. Все увидим. Так, вот еще один. Это потолще. 14-й. 14-й.
Что-то не фокус, но видишь, 14. И вот он, X14. Это так подписано, что вверх. Ох, сколько я возился тогда с этим совсем. Так, что это еще один интерконнекшн? Два, наверное. А сейчас посмотрим. Подписано, оттуда внимать. Да, вот подписано. Чтоб сюда и отсюда вынуть, да. Вытащить вот так вот плату номер 17. Надеюсь, он пишет звук. Плата не вытащилась. И вот она. Можно, наверное, разбор на YouTube выложить. Это будет счастье. Монстр, конечно, еще тоже так как это. Ну и можно это отложить отдельно, потом на место приклепать, это же она просто разогнулась. Это вот из того же самого номер 17-го. Extended. Так. Ну, собственно, все. Теперь диск ставится вот сюда вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше рельсы. Угу. Ну, здесь, соответственно, так же надо понимать. Логично. Возьми что-нибудь. Это очень тонкий маркер, он совершенно не в тему. Ну и теперь тут мы в креплениях не снимем, наверное, да? Это же не... Или снимем? Или мы... Снимем. Вынимаем на лотки. Ах, я не... А может они лотки вынимаются? Я не помню, слушай. Так, ну в общем здесь все понятно. Ну здесь еще тоже поменьше. Здесь тоже, да. Так, что еще? Вот все. Интерфейс считыватель, но это потом пометим, потому что вот отсюда не залезем. Так, давай для порядка сниму еще камеру спереди. Можно вот включить камеру. Извините. Ну, вот как-то так, да.